сюда. Нам сюда, тут нас ждет Джервис. Вообще, Джервис очень хороший парень, зря его вот все называют там шляпником, вонючкой, еще как-то. Ну, хороший парень, хороший парень. Тут что-то внутри есть, какая-то... А, да, есть. Мне вот интересно, что здесь. А что такое-то? Ошибка, ничего страшного. Еще одна ошибка. А нет, уже ошибся компьютер. Забавно. Оу. Немножко кривой бой получился, но ничего страшного. Так, ну-ка. How wonderful! It really is an honor to make your. Where's the girl? Whatever do you mean? Alice. Excellent. Then you know why you're here. What are you talking about? Oh, perhaps we don't see eye to eye after all. Let me remedy that. Tick-tock. Watch the clock. What did you do? Welcome to Wonderland, Batman. Вау, круто, что это? Очень напоминает мне игру Train 2. Ау, ау. With me. А, Батаранг. Still, the forces of the Queen are everywhere, conspiring to reclaim her, which is why I brought you here. Чтобы уничтожить фонари. А, понял, уничтожить фонари. Да, вот. Это был мост. Я вообще не понял, что это такое. Оказывается, это был мост. Так. Очень напоминает встречу с Пугалом. Так, ну. Ну и что? И я не туда ползу, что ли? Иди туда. Почему-то не могу спуститься. А, вот, все. Да, прям один в один пугаловский кошмар из первой части. Oh dear, it seems you've gotten yourself all turned around. Which way's in, which way's out? Oh dear, what is my route? Три пути, да? Так, башня, заяц и... Давайте пойдем в среднюю дверь. You're close! Just not close enough. А, может быть, надо с зайцем заходить? Нет. Так, теперь сюда. Well, well, you figured it out.
But it taxed you, didn't it? Drained a bit of that willpower. Thoughts getting heavier, finding it harder to maintain control. Careful now, it's not all flowers and tea parties down here. In fact, Wonderland's home to some rather nasty. О, посмотрите, как они классно исчезают. О, она еще жива. Ее надо спасти. Да блин. Они уходят за зеркали, невозможно. Иди сюда. Not crazy, Alice. Mad. There is a difference, you know. What it is? I can't remember. But you trust me on this. Ну, блин. Косячил немножко. Ау! Пошел нафиг. Очень сложно драться в таких условиях, когда они могут проходить сквозь зеркало, а я нет. Ну, вот и зеркало. Оно рассыпалось. Какая жалость, Джервис. Так, ну что, видимо, мы сейчас попадем в настоящее зеркальное. I developed the most wonderful device. One that compels obedience. Now with weaker minds, it works quite easily. Stick my creation on their heads and just like that, they're under my control. Так. A stronger-willed individual. Оу, мы случайно упали в воду. Breaking in. And this, my friend, brings us to the here and now. You are my Humpty Dumpty, Batman. Your mind is shattered, and when I put the pieces back together, you'll be mine. Forever. Ну, конечно, выглядит намного круче, чем кошмар Скеркроу. Did you know time moves in seven different directions here, but you've stuck to just one? Forward, always forward? Oh, how boring. So why don't we try moving back? Так, сюда. Вверх. О, посмотрите, какие карты. Вау, это карточный домик. Так. Упс, наверное, не туда. Я хотел сразу же спасти Алису, но не получилось. Она бежит сейчас от Джервиса. Так. А, надо в глаз, может быть, попасть. Может быть. А, надо вот по этой веревочке, понял. Спуститься. Да? Блин, нет. Возможно, надо батарангом попасть. Что у него. А, скольжение подросло. Вот. Странно, я нажимал X. Не сработало в прошлый раз. Странно, Джервис никогда не был одержим идеей кого-то напугать. Да, вот это странно, что Джервис, он никогда не был сторонником идеи кого-то напугать. Все-таки это идея Скеркроу. Лучше бы Скеркроу здесь сделали, потому что по нему я действительно соскучился. Так, странно.
Если вот эти два связать, получится, да? Может быть, тут загадка с механизмом какая-то мудреная. Так, ну вообще мы можем вот сюда вот забраться и уже вот от этого места плясать. Так, включить оборудование. А, во, вот теперь другое дело. Да, вот меня поражает, почему именно он стремится напугать Бэтмена. Я думал, основная идея Джервиса в том, чтобы пригласить его на чаепитие. Очень странно. По идее, в этом же весь смысл. Делать, но... А, вон туда. He just has to leave. Really, now you're becoming my pet peeve. А, обратный батаранг. Брутально. Блин, было бы прикольно, если бы можно было в комбо использовать этот обратный батаранг. Safe now. The police are on their way. Everything's going to be all right. No, it's not. Так, давайте посмотрим на досье Джервис Тэтч. Род занятий — продавец одежды, местонахождение — Готэм, цвет глаз голубые, цвет волос рыжие, рост 150 сантиметров, вес 52 килограмма. Страдает бредовым расстройством, ненавязчивый психоз, разбирается в химикатах и устройствах, влияющих на сознание, неадекватное восприятие реальности, бывший невролог. Не представляет физической угрозы, однако исследование Тэтча в области нейрохимии и гипноза делает его опасным для ничего не подозревающего человека. Его имя числится в списках подозреваемых и связывается с несколькими нераскрытыми преступлениями. Похоже, силы правопорядка ждут его следующего шага. Он питает нездоровое пристрастие к сказке «Алиса в стране чудес», вплоть до того, что считает себя одним из персонажей. Да, интересно. Интересно, и что мы тут получили в награду? Да, обратный бета-ранг. Как я и говорил, обратный бета-ранг. Но, по сути, открою вам небольшой такой секрет. Обратный бета-ранг зачастую не нужен. Вообще. Ладно, пока она там ревет, мы прокачаем что-нибудь еще. Прокачаем Бэтмена. Так, взрывчатый гель, сенсорный детонатор. Так, улучшать все батаранки. Да, давайте увеличенный урон возьмем. В принципе, в боевке он может и пригодиться нам. Так. Теперь мы посмотрим.
Да, задание шляпника завершено официально. Замечательно, нам осталось еще 4-5 преступлений раскрыть в общей сложности. Это потрясающе. Так, тут где-то еще лежит... да. Где-то лежит одна из загадок Энигмы, только вот я не могу понять, где. Слева. Ха. Странно, тут ничего нету. Ха. Может быть, он на потолке где-то, я не знаю. Может, сфоткать надо? Не, вряд ли. Странно. Написано, что он в этом здании, но где он? Его тут нету. Как так? Блок Энигмы. А, подождите, вот тут есть вход какой-то. А, подожди. А, так это же в этой вентиляции получается. Да, я так понимаю. Да, вот он. Файл с компроматом 3, 6 из 10. Мы его забрали и отлично. Отлично. Идем дальше. Сейчас попробуем выполнить другую реальность, точнее, испытание другой реальности. Дополненной реальности, точнее. Путаю все время. Эти реальности. Ох уж эти реальности. Так, вот он. Первый. Первый где-то недалеко отсюда. Так, почти что на месте. Где? А, вот, все вижу. Ну, это довольно легко. Довольно легко. Секундочку, я не понял. Это с ускорителем, что ли, нужно? Фейл. Ладно. Еще раз. Скорее всего, там нужно будет использовать ускоритель. Нет. Эх, не нафейлить бы. Ах, фейл. Все-таки нафейлил, да. В итоге-то я все сломал. Так, ладно. Мы сейчас немножко по-другому попробуем. Я не понимаю, вот просто с крюком ли задумывали разработчики проходить это или нет. Очень похоже, что здесь используется крюк. Как его пройти? Что за бред? Что, по идее, я как-то должен вот так, то есть... Ну, видно же, что он не делает так. Видно же, что он не ухватывается. Подождите, а вот за эту штуку вообще можно ухватиться? Да блин, Бэт! Ты меня раздражаешь. Нет, за нее вообще нельзя ухватиться. То есть мне придется... Видимо, это нужно делать этим... парированием вниз. Но это явно не получится так сделать.
Хорошо, придется мне обманывать систему. Я не знаю, как пройти этот уровень, поэтому я сделаю все сам, сделаю немного по-другому. Это неправильно, но, ребят, вы согласитесь, что это непроходимый багованный уровень, который не пройти вот так, как задумывали разработчики, просто потому что вам не хватит силы это все сделать. Вам не хватит эффекта парирования, поэтому я, скорее всего, сделаю его по-другому немножко. Конечно, это может и неправильно, но... Да что такое-то? Хватит цепляться за эту херню. Боже, Бет, ты надоел мне уже. Так. То есть они предлагают как? Они типа предлагают вот так сделать, потом типа парирование, потом резко вверх. Но это видно, что это невозможно сделать. Любой даже вам скажет, что это невозможно. Поэтому мы сделаем немного по-другому. Небольшой тут круг сделаем. Потом вот так. Что? Ха! Он сбрасывает, он хитрая вещь такая. Он сбрасывает тренировку, если видит, что я тут какими-то кругами летаю. Хорошо. Ладно, давайте тогда сделаем. Ну вот, в принципе, да, так вот оно и делается, получается. Нет. О, все, слава богу, все хорошо. Прошли. Так, следующий, это второй, да. Вот. Полетели на второе. Сколько мне еще нужно... Не знаю, сколько там доступны они, блин. По-моему, 2 или 3. Тренировки-то точно нужны. Так,